Людмила Себова – депутатка Одеської міської ради 7-го скликання. Обрана у 2015 році від округу номер 59 у Суворівському районі. Членкиня фракції «Довіряй ділам». Входить до постійної комісії з питань соціальної політики та праці. Послухаємо відгуки одеситів, які живуть на окрузі Людмили Себової. Вот школу сейчас, она добилась, 24-я школа, приведена в порядок, и крыша утеплена, стены утеплены, и крыша сделана, и при школьной территории хорошая инфраструктура. В отношении нашего дома, как депутата, не обращались к ней, поэтому я ничего не могу сказать. Но у нас здесь бы очень много надо по 108-му дому делать. Ну, порядок немножко делают, люди видно и убирают. И Галя, так, ну, пусть они отвечают. Ну, надо, конечно, чтобы старикам было где хорошенько сидеть, скамеечки, чтобы поставили. И такое, чтобы вот так все вроде нормально. У нас парадно, он как я живу 35 лет, и парадно никогда не били, как получили, и ни парадно не белится, ни красится, ничего. Все без лабырства. Так что везде ничего такого хорошего, не знаю. Правда, трубы, канализационные трубы там холодной воды поменяли в этом году. Вот это единственное. А так, парадный грязный. Вам открыть парадный, вы посмотрите, там порядка нема. У нас здесь проезжая часть. Выйти людям и детям. Посмотрите, дети качели нормальные. Хоть одни качели, одна площадка на такой дом. Для детей одной нормальной площадки нету. Мы ее никогда здесь не видели. Для нас она ничего не сделала, так что. Ничего, ничего. Парадные грязные, не убираются. Но платим, однако ж платим за что-то. Куда наши деньги идут, мы не знаем. Вот и все. Очень грязно у нас. Да. Это не только в этом районе, это везде так. Не знаю почему. Ну, может быть, чтобы немножко площадок больше детских, их следили за ремонтом. Немножко, потому что они есть, как бы, но они уже приходят постепенно в негодность. Кстати, есть площадки, которые нуждаются в ремонте. Разметка. Потому что сейчас школьное время. Где разметка? Разметка практически не видно, что на дорогах, что в каких-то дворах. Хотя бы такие мелочи пускай начинают делать. Эти парадные в каком состоянии. Хорошо, что поменяли лифты, это шикарно, да. Многие, да. Хоть не долгие, да, но новенькие, это приятно. А остальные парадные, водопровод ужасный. Отопление, скажем, водопровод не доходит до верхних этажей. Пускай меняют. Как бы особо изменений, разве что перед выборами. Тут вот дорожка здесь появилась. Так, в общем-то, перед выборами, когда надо, тогда что-то делается. И так, по-небольшому. Так, чтобы не сильно... Ну, или скамейки сделать для жителей города. Но не более того. Да, большие проблемы никто не берется, типа восстановление лифтов или восстановление крыш. За это никто не берется, это слишком дорого.